сегодня тренировка была, как обычно, по расписанию, когда у нас есть двойная неделя в Евролиге. То есть мы посмотрели видео нашего соперника, разобрали наш первый матч, который проходил в Берлине, где мы победили в очень упорной борьбе. Расставили акценты, где у нас получалось, что не получалось, и проанализировали вчерашние моменты. И провели небольшую бросковую тренировку, потянулись, чуть разбежались, потому что завтра еще будет у нас утренняя тренировка. И вечером будет игра, пятница. Я призываю всех наших болельщиков прийти, нас поддержать, потому что нам очень нужна будет их поддержка. You know, it's a special game, always the second game on a double week. It requires a lot of energy. You don't have the time to prepare the game correctly. It's a lot of fatigue involved, so it's up to the players to be fresh for the game, to be motivated and to compensate for whatever problem we may have. But we are playing a team that is a really dangerous team. On a good day, they can beat anybody. We got a lot of respect for them. Last year's every game we play against them was a tough game, but hopefully we can overcome the adversities and the difficulties of the game and get a win for the team.